Я не хочу быть сосиской. Проведем эксперимент. Давай. Классный эксперимент. Я же буду десантом. Или это для коробок? Ну как? А, нет, лисоград грузят. Или на какого-то монстра. Но этот вертолет крутой, потому что им можно меня хватать. Нет, было это для чего? Ой. Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки контрибутора. Ну, у тебя роль контрибутора, но ты у нас... Ну, из-за кучи. Ну ладно, все, давай начинать. Ладно, начнем с чего-то простого. Но постройки у тебя, да, крутые. Что уже, контрибутор или мастер-билд? Не, контрибутор. Ну, даже лучше, чем мастер-билд, что ли? Так, это довольно старая постройка, ей, наверное, уже скоро год исполнится. Ну, красиво. Это у нас Мессершмитт 109 БГ. G, ну, немецкий самолет, вроде штурмовик. Он у нас имеет 3 бомбы, они взрываются. Ну, это ним должно быть. Есть красивый салон. Сейчас я его задвину. Жду. Ну ладно, жду. Тут еще это. А почему ты не сделал рабочие пулеметы? Ну, которые на этом. На таймерах, чтобы постоянно так стрелять. Ой! Так это постройки год. Ой, я перезагружу, ничего, что-то попало. А, ну это постройки год. Там тогда еще не было. Стоп, ты даже без этого, без шпателя это делал. Ну, конечно. Блин, без патчей это реально жестко было. Но это еще не самая моя древняя постройка. Древняя. Эпохи динозавров нету? Ну, нету. Ну, окей. Жаль. Я сяду вот сейчас. Тут сзади буду. А, можно я кабину? Нет, посмотрю? я тебе не разрешу, конечно. Ой, не задвинулась полностью. Так, сейчас. Можно кабину хотя бы посмотреть? Ну, ты можешь посидеть, но я не знаю, справишься ли ты с управлением. Ладно, ладно. Трогать ничего не буду, ломать ничего не буду. О, тут динозавр даже есть. Я же говорю, эпохи динозавров постройки у тебя. Садись. Можешь посмотреть, что там будет. Ну, я посмотрю только. Ничего не нажимать, да? Ой, блин. Да, желательно. Ладно, не буду портить постройку. Тут есть справа такое-то, я не знаю. Ну, тут, короче, много чего. Ну, это я бы не сказал много. Это еще более-менее упрощенный. Ну, там кит, что-то слева тут крутится. Тут что-то... Провода всякие. Педали есть. Сядь сюда, давай. Покажу, что думаете. Выхожу, выхожу. Ухожу оттуда. А меня ветром на шаурму не пустят? Ну ладно. Ну, самая простая фраза. А, и меня насквозь провод пробил. Далее. О, ой. Крутится пропеллер. Ну, а, смотри на шасси. Да. На шасси смотри. Посмотрю. Ой, опять никто нажал. Ладно. На шасси смотришь? Куда я там улетел? Ну ладно, смотрю. А зачем это? Они задвигаются у нас. А, типа он там отдельные места для них. Mm-hmm. А я думал, подожди, это, у самолетов по ней внутрь просто заходит. Ну, о, вон обычный самолет. И вот вот у нас, например, вот есть танчик. Я не знаю, попаду ли я. Попал. Бомба. О, блин, как мощно-то. А давай напишем. Нет, это не самая мощная бомба. Подожди, можно ему? Я ему напишу, что ПВП включил. ПВП. А, может он врубит. А, все, он врубил. Попробую его взорвать. Ой, что это там бомба? Так, хорошо. У тебя есть один шанс. А, нет, два. Сколько у тебя там бомб? И попал. Мимо? Так, сейчас, потом еще раз. Он перевернулся. Менделеев так, без дизы. Так, что-то кто-то грузит. Ой, блин, жестко. А, нет, лисоград грузит. Я моменталку выключу пока. Так, что он все? Он там все можно? Был. Давай. Он его заново загрузил. Бомба. Попал. О, попал. А что, ему больно было? Не, ему не больно было. Можно там приземлиться? Ну, я тоже, у меня город давай, есть на готове. Давай, сломай его. Это просто заготовка города, это не город. Можешь там домик взорвать, или у тебя бомбы кончились? У тебя бомбы кончились? Ну, вот это весело. А можно мне полетать? Да, можно. Там F, это... Ну, садись. Я хочу разбомбить этот город. Еще война не наступила. А все, нет, то у тебя бомб больше. Нет, ну, заново можно загрузить? Или он будет долго? А, ну, заново, да. Сразу говорю, не нажимай на shift, потому что это катапультация, там у тебя такая кабина. А, ну, ладно, спасибо хотя бы, что сказал, а то один раз. Я на самолете был, там какая-то кнопка была, на нее нажал и улетел сразу. Да, а, надо, чтобы он ПВП включил. Ладно, там можно и без ПВП, просто если будет касаться бомбы, то можно и без ПВП. Садись. Я хочу, чтобы он ПВП, я хочу... Так, давай моим контролем ты все будешь делать. Окей, сейчас. Стой, я ему личку напишу. ПВП. Следующие постройки будут очень лагучие, сразу говорю. Так, сядь. Зажми нолик, чтобы кабину... Ой, а куда это я от лица бомбы почему-то, ладно? В смысле? Так, ладно, все. А, никуда это не нажми опять на ту же... Короче, нажми на никуда два раза можно? На вопрос. На куда? Просто... Это, слэш, вопрос... А, или букву идю два раза, чтобы так. У тебя камера отлетела. А можно просто сказать, какая клавиша? А, ну, ю, два раза. Так, вот я вот... Я не помню. А, русская? Да. Нажал два раза. Все, у тебя больше нет камеры, да? Ну, нет. А, не, у меня другие камеры включаются, ну ладно. Камеры так можно на крестик просто нажать и все. Я на крестик нажал и все. А, ты про это все понял. А, зажми нолик. Нолик зажми.
нолик. Вообще кабина поставилась на место. Еще у больше меня ничего. Немного клавиатура багает. Так, теперь так, нажми а на Q. Как? Нажми на Q и зажми. Чтобы ты видел. Так, Q. Короче, смотри, как можно сделать это уже. Q, нажимаешь Escape и можешь все. Типа, у тебя будет бесконечно. А у меня клавиатура. Можешь сам сделать? У меня просто клавиатура, как сказать. А, все нормально. У меня просто клавиатура немного багается. Из-за этого. Сейчас, подожди. Сейчас. А, все, ты уже все сделал. Все, они ухагают. Теперь на F? Куда? На M? Ага. И теперь что? F, F, F. Буква. Рал. Ой. Ну, пилот, конечно. И буква Х, чтобы закрыть шасси. Так, Х. Тоже ее надо зажать будет. Ты про английский клавиш или про русский? А, да. Да, про английский. Теперь про английский. X, сейчас. У меня что-то вообще сильно лагает, я даже не могу нормально управлять. Я вижу. Ну, блин, что тут творится? Я графику на автоматик поставлю. Не, автоматика у тебя еще будет больше лагать, потому что у тебя вечно заменяется графика. Если лагает, ставь на троечку, четверочку. Ну, я поставил. На X мало. Сбрось бомбу. И, короче, X, 4 и 5 это бомбы. Ну да, конечно. Там я сбросил бомбу или нет? Да, ты сбросил бомбу. Я что-то не увидел. 4-5. Ну ладно. 4-5 ты про обычные клавиши? 4-5 это бомбы. Да, просто обычные бомбы. А, ну 4-5. Просто там инструменты же. Ну ладно. Я ой, они что-то мимо пролетели. Ну ладно. Целиться просто немного уменьшить. Control, чтобы более ой. Быстро лететь. Я вижу, как ты летаешь. Да блин. Лагает-то. Я не мог повернуть просто в тот момент почему-то. Че, ладно, другую постройку? Ай. Так, контур. Ауч, я что-то тут взорвалось у нас. О, это другая ладно, ракета. Себе. Не, у меня настолько лагает, что у меня один FPS прям. Ладно, давай, иди сюда тогда. Я рассетнул все я. Постройку. У них там целая следующий армия. У нас... Ладно, мы... Если будут военные постройки, то мы будем громить их. Да, у меня много военных построек. То есть, хорошо. График побольше. Это у нас... Сейчас, я моментальную загрузку выключаю, чтобы... А, это с моментальной загрузкой так. Хеликоптер. Это у нас транспорт и вертолет такой вот. Ему еще больше, чем этому. А что он такой? Чем самолету? Я думал, он не загрузился, оказывается, у него тут вообще ничего нету. Да, типа, так надо. Окей. Так, все, залазим в кабину. Стоп, мне надо взять оружие, я же иду на штурм сейчас. А что он умеет? Сначала посмотрим. Он умеет летать. Ну, это логично. Пять в кабину и посмотри, что там. Может, декор все-таки будем смотреть, а то его так много и просто неправильно не смотреть. Не, этому самому. Вот этому вертолету уже 1.5 года. Ну тут есть много очень декора. Тут даже впереди сферы, тут сферы. Я бы не сказал, что тут много декора, это даже мало. Я играю. Если считать все аккаунты, то 5 лет. Я еще несколько аккаунтов был. Ну, а у меня что, был рот, аккаунт, что ли? Там еще был очень. А, это? Это? Ну, похоже на рот, ну, зубами. Садись. Вот тут еще наверху кучу. Ну, просто вот, ну, для тебя, да, это мало, но для некоторых это прям очень много. Некоторые даже такое не могут. Давай, садись, короче, в эту. Ой. Кабину? Зачем ты? Я себе голову прострелю. Да так надо. Сядь в кабину, да. Я же буду десантом. Или это для коробок? Ну как бы, ну тут еще оценить надо. А, как бы, ладно. Я вернусь с битвы и тогда оценю. Ладно, куда лечим? Ой, блин, как мне больно. Давай сюда, вперед, да. Я разгромлю их. А, о, все, меня сбросили. Фуф, война начинается. А ты где? Можешь ко мне? Меня подцепи, мне надо возвращаться. Я им, короче, самую важную точку уничтожил. Давай. Ой, что-то там за паутина образовалось. Давай, поехали. Ой, что, даже не знаю, кто такой прибежал. Их разгромил. Улетаем. Я буду отстреливаться. Я изоляцию включу, нам тут люди мешают. А не надо, пусть будут. Все, это вся постройка, она такая скучная. Я не теперь скучная, еще более древняя постройка. Вот, стой. Я хотел же внутри посмотреть, ты сам говорил. А, что ты хотел? Внутри посмотреть. А, внутри посмотреть. Ты же сам говорил, там внутри там. Много чего. Ладно, потом. После этого самолета. Комбуратор. О, это самолет. Да. А почему потом? Ой, ладно, давай изоляцию, а то... Слагать будет. Но я помню, у тебя был самолет, давай, сюда. В котором там это даже внутри тоже древняя постройка. Залазь. Древняя? Где? Это эпоха, когда только зарождалась земля. Типа того. Так. Изоляция включена, да? Да. Так, а зачем там гарпуны, стульчики? Ну ладно. Вот тут у нас, короче, сейчас я шасси, подожди, погуляй пока что, я шасси включу. Да ладно, я погуляю. О, я нашел какую-то кнопку. Она зеленая. На красную нажимать нельзя, но на зеленую думаю. А, так, нажми, это будет это, типа... Тут открывается. Какая-то штука. Я выхожу. Как ты умудрился мастер билдера не получить? Ну ладно. Так это... Не знаю. Так, нажми опять на зеленую, чтобы закрыть. А чё, я хотел прогуляться, ну ладно. А где прогуляться? Всё.
Я на улице, на свежем воздухе. Давай я небольшую экскурсию по этому самолету сделаю. Давай. Только у меня лагает. Так. А ты где? Я буду, мне вот. Когда ты сюда зашел, мне показалось, что сюда какая-то голова забежала. Так, вот у нас, типа, тут у нас туалет. Тут есть... Так, вот так вот боком проходим. Туалет. Только боком можно проходить. Туалет, да. Обсидиановая вода. Угу. А наверху... О! А тут место, на котором я буду сидеть в будущем. Ну, можно и сюда сесть. А, ладно. Тут очень много всяких кнопочек, штучек. Они не круглые, но их много. Ну, круглые я потом покажу. А зачем ты все блоки вот так перемешивал? Где-то такие, уж мало блоков. Ну ладно, полетели. Ну, смотрите на шасси. Смотрю на шасси. Ой, по нам стреляют? Нет. Ну, нет, не попали. По нам. Во, оно задвигается. А пушки есть? Или он десантный? Пушки? Так это просто транспортные грузовые. Я хотел сделать АЦ-130, Ангел Смерти. Это, короче, типа такого самолета, только на нем много всяких миниганов, голдс, вот этого всего. А чё еще тут? Ну, тут много чего. Я хочу на том стучке. Ой, блин, я падаю, как десант. А, все нормально. Забагалась игра. О, я снаружи самолета. Осторожно, не делай петлю. Привези меня на базу, я наверху. Кажись, сейчас я в шаурму превращусь скоро. Нет, я не хочу быть сосиской. Только не прыгай. А, ты меня сам выбросил. Ну все. А как лагает, я даже падаю медленно. Не, это еще не самый лучший построй. Например, тот же танк, он гораздо... В этом самолете всего лишь 6000 деталей. Так, ну в этом вертолете вот это открывается сзади штука, которая... Тут ну, дверточка открывается. Нет, ну вот это, зеленая кнопка там. И там куда-то шарнир улетает, ну ладно, это уже механизм. Ну, может, типа, залезть. Так, что, следующее смотрим? А вертолет изнутри посмотреть нельзя? А, сейчас. Не обещал. Где он пропал? Что у меня оружие пропало. Ой, разлагается самолет, муравьи его кушают, вот. Ну этот вертолет крутой, потому что им можно меня хватать. Так, давай, залази внутри. Так. Там есть что-то такое. А, тут тоже всякие. Все квадратное, круглое. Ну, пока что. Это мы... Пройдем эксперимент. Эксперимент. Давай. Класс, эксперимент. Нет, ну, пошло не так, как я хотел. Ничего не взорвалось. Ну ладно, ну давай следующий. Сейчас взорву. А чего, этого тут раньше не было? Ну ладно. А нет, было, это для чего. Ой, хотя бы это не лагучая постройка. Ой, это ты? Угу. Похоже на какую-то лодку. Угу. Или на какого-то монстра с большим носом, который хочет мяч. Что у меня еще есть? Так, следующее у нас будет... Я на машине. Следующее у нас будет мой додж, который я сделал за вроде 5 дней. 5 минут? 5 дней.